Суета нашей жизни делает нас неспособными мыслить глубже, и нам лишь остается с опущенной головой, не останавливаясь, нестись в бешеном потоке. И только когда меня остановил роковой случай в моей судьбе, я задумался об истинном смысле жизни. Возвращение к истоку. Туманный золотой город. Сцена 2, дубль 9. Отпусти нас! Пока ваша семья не даст выкуп, даже не мечтайте покинуть это место. Слышишь? Это здесь? Вот они! Брат, они здесь! Прекрати! Кузен! Как ты смеешь похищать женщин средь бела дня? Сейчас же отпусти! Отпустить их? Если ты дашь мне $5000. Вы, два мерзавца, сейчас я разберусь с вами. Нравятся мои фильмы? Хао Чэнь, мы уже заждались твоего чая. Брат Хао Чэнь делает самый вкусный чай. Все уже здесь. Учитель Хао Чэнь, что скажете о моей игре сегодня утром? Это игра? Линь. Что ты скажешь о его игре? Я доволен. Неплохо. Спасибо. Лин Фэй, молодец. Вот что я скажу тебе, Юнь Фэй. Чтобы быть актером, нужен талант. Да. А рожденный ползать, летать не может. Он и очень сыграл. Хао Чэнь, за последние пару лет Юнь Фэй добился хороших успехов. Все это видят. Видят? Где были твои глаза, когда ты подбирал актера на эту роль? Ты, учитель Хао Чэнь. Позвольте мне сохранить свое лицо перед всеми. Да, это позволить можно. Но как быть с кассовыми сборами? Или ты хочешь, чтобы ребята воздухом питались? Хао Чэнь. Выпей чаю. Хао Чэнь, что с тобой? Ин? Ничего страшного. Устаю в последнее время на съемках. Хао Чэнь. О тебе ходят нехорошие слухи. Будь осторожней, хорошо? Если ты о том дураке, Лю Юнфэе, не бери в голову. Неважно, кто это. Ладно, я понял. Обрати на это внимание. Ладно, хорошего дня. Стоп! Хао Чэнь, в этой сцене ты должен был победить бандитов. Я знаю, а не наоборот. Мы уже потратили полдня на эту маленькую сцену. Последнее время Ван Хао Чэнь неважно себя чувствует. Мы не можем попусту тратить съемочное время. Если так пойдет и дальше, насколько нам придется увеличивать затраты? Хао Чэнь, если ты не против, давай ты хорошенько отдохнешь, наберешься сил. А мы дадим Юнь Фэю сыграть эту роль. Не дело менять людей посреди съемок. Я немного отдохну и буду в порядке. Все решено. Гример, готовьте Юнь Фэя. Юнь Фэй, пойдем. Хао Чэнь. Что? Ты мог бы отдать свой костюм? Хао Чэнь, что с тобой? Вставай, Хао Чэнь! Вставай, Хао Чэнь! Мы нашли инвесторов на этот фильм.
Инвесторы Линь и Сион вложили деньги в тебя. Ничего страшного. Я просто сильно устал. Когда мы выйдем из больницы, я пойду к ним и постараюсь уладить это дело. Вы его родственница? Нет, я его агент. Где ваши родственники? О, мои родственники не здесь. Вы уверены, что ваши родственники не смогут приехать? Доктор, скажите мне все напрямую. Ваши анализы уже готовы. Как они? Доктор, говорите быстрее, что со мной? По результатам обследования, у вас обнаружена лимфома сердца. Это редкая форма рака. У вас уже четвертая стадия. Что? Как такое возможно, доктор? Что говорят эксперты? Вот заключение экспертов. С сегодняшнего дня вы должны находиться на стационарном лечении. Вам нельзя переутомляться. Это может вызвать головокружение и еще большие проблемы с сердцем. Он еще так молод. Ему еще так много надо успеть сделать. Опухоль расположена рядом с сердцем, поэтому операция невозможна. Единственным решением является химиотерапия. Хао Чэнь. Ин, покажи мне. Возможно, люди считают, что судьба была ко мне очень благосклонна и даровала мне деньги, славу и успех. Все, что другим приходится всю жизнь добиваться потом и кровью, было дано мне. И, похоже, слишком рано. Но в обмен на это судьба сыграла со мной такую огромную злую шутку. Юньфэй, эта сцена отлично получилась. Молодец. Юньфэй, поздравляю тебя. Мы же команда. Поздравляю, молодец. Потише, потише. Юньфэй, наконец-то ты получил главную мужскую роль. Сегодня, после работы, я приглашаю всех вас в ресторан. Приходите все, будем гулять. Кем себя возомнил? Хао Чэнь обязательно вернется. Не обращай внимания. До встречи. Увидимся. Шеф Линь. Юньфэй, ухватись за этот шанс и хорошо прояви себя. Конечно. Режиссер Линь, это маленький подарок от меня. Здесь совсем немного, всего лишь 200 тысяч юаней. Спасибо, не нужно. Вы должны взять эти деньги. У меня появился этот шанс только благодаря вам. Ладно. Давай, будь молодцом. Как вы себя чувствуете сегодня? Доктор, что со мной? Химиотерапия не дает желаемого эффекта. Доктор, скажите мне правду. Сколько мне еще осталось? Хорошо, я скажу. Исходя из моего опыта, вам осталось жить. Максимум 3 месяца.
У меня осталось так мало времени, и я не хочу провести его в больнице. Сильнее боли, которую наносили мне лекарства, стала весть о моей скорой смерти. Это был смертельный удар для меня и моих родственников. Я перебирал образы, созданные мной. Каждая роль была свидетелем моего звездного часа. И теперь эти успехи рассеялись, как туман. После достижения успеха и славы, я так внезапно подошел к концу моей жизни. Находясь в безнадежном ожидании будущего, я почувствовал себя жалким и растерянным. Я невольно вспомнил о ней, и перед глазами вспыхнуло воспоминание о времени, проведенном вместе. Мама, посмотри, кого я привел. Это Ли Сюэ, про которую я тебе говорил. Здравствуйте, Сюэ. Какая хорошенькая. Давайте я помогу вам полить цветы. Хорошо. Мама. Попей воды. Какая замечательная девушка. Смотри, не обижай ее. Сцена вторая, дубль пятый. Слава революции! Ура бунтовщикам! Сейчас по всей стране великая победа. Только такие, как вы, контрреволюционеры, вредите нам, рабочему классу. Если враг не сдается, то он должен быть уничтожен. Профессор Тан! Остановитесь, что вы делаете? Тебя это не касается. Он влиятельный контрреволюционер. То, что вы делаете, противозаконно. Как вы можете так поступать с ним? Вы должны полностью разорвать отношения с ним, иначе вас тоже осудят. Как ты смеешь? Я раздавлю тебя, чтобы ты никогда не смог поднять голову. Негодяй. Стоп. Хаочэнь, этого нет в сценарии. Извини, я что-то сильно вошел в роль. Пожалуйста. Может, вы больше не будете нас снимать в таких идиотских сценах? Люди того времени были именно такими идиотами. Чего же вы хотите? Перерыв 10 минут. Все в порядке? Нормально. Хаочэнь. Ин. Подожди. Позволь представить. Это моя невеста, Ли Сюэ. Она учится в театральной академии. Здравствуй, Ин. У нее есть потенциал. Пришли мне свое резюме. Благодарю, Ин. Ин, да, вспомнил. Президент Тан из управления телерадиовещания уже здесь. Я знаю. Президент Тан... Президент Тан, каким счастливым ветром вас сюда занесло? Срочно закажи номер бизнес-класса для президента Тана. Эй, не нужно. Не стесняйтесь. Давайте поговорим о деле. Садитесь. Я приехал, чтобы поговорить о фильме «Любовь на просторах Севера». А что с этим фильмом? Этот фильм не разрешен к показу. Что? Вам нельзя его показывать. Президент Тан, дата показа уже опубликована, контракт уже подписан. Если мы не покажем, то у нас будут слишком большие потери. Пожалуйста, помилуйте. Невозможно. Это выше моих сил. В чем причина?
Герой этого фильма — Ван Хаочэнь, а его невеста — последователь Фалуньгун. Что? Да. Неужели? Пойми, это очень серьезно. К тому же сюжет касается культурной революции. Ради нашей дружбы я специально приехал, чтобы тебя предупредить. Это же не моя вина. Отчего мне так не везет? Времени мало. Тебе надо принять решение. Пожалуйста, помогите мне. Что мне делать? Президент Тан. Президент Тан. У меня последователь Фалуньгун. Говори, что делать? Мы уже обсуждали это. Она может ради меня навсегда уйти из кинобизнеса. Это не поможет. Мы будем втайне хранить наши отношения. Так тоже не пойдет. Тогда ты скажи, что мне делать? Она хочет, чтобы мы расстались. Ты что, не понимаешь, как мне трудно находить для тебя эти роли? Сейчас молодежь в очереди стоит, ее палкой не разгонишь. Только крикни, что тебя не будет, и секунды не пройдет. Уже 100 человек пришло на замену. Если ты не воспользуешься этой возможностью сейчас, то после шанса у тебя уже не будет. Кто вам нужен? Прочь с дороги, не мешай. Что вам надо? Ин, он. Кто вы? Милиция. Кто Ли Сюэ? Это я. Пройдите с нами. Чего вы хотите? Не мешай, тебя это не касается. Нам нужна Ли Сюэ. Хаочэнь, Хаочэнь! Успокойся. Жаль, я столько денег вложила в него, Ин. Наша курица больше не может нести золотые яйца. Директор Гао, Хаочэнь пришел. Хаочэнь, садись. Я только что общалась с директором Гао. Тебе надо будет поправить здоровье и хорошо отдохнуть. Ни о чем не думай. Да, вспомнила. Та служебная вилла в Риме. Забери оттуда вещи, пожалуйста. Она все равно тебе уже не понадобится. Директор Гао, за все эти годы я заработал для вас много денег. А теперь, стоило мне заболеть, это не по-человечески. Как он смеет так разговаривать? Директор Гао, не стоит так нервничать. Хаочэнь, не надо так говорить. Директор Гао ради твоей карьеры о многом беспокоилась, даже о том случае с Ли Сюэ. Не болтай! Ли Сюэ? Какая тут связь, Ли Сюэ? Я понял. Гао, ты не человек. Что ты говоришь? Ты сам дьявол. Я тебе этого не прощу. Будь проклята, эта женщина. Ничтожество! Кем ты себя возомнил? Я Ван Хаочэнь. Ты никто! Остановись, хватит. Я Ван Хаочэнь. Я Ван Хаочэнь.
Прости меня, пожалуйста. Мне очень стыдно и больно. Я надеялся, что много работая, смогу обеспечить тебе комфортную жизнь. К несчастью, в тщетной погоне за этим, я только зря растратил свои жизненные силы. Мама, я не хочу больше тратить время на бессмысленное лечение в оставшиеся дни моей жизни. Я бы хотел успеть посмотреть этот мир и выполнить хотя бы некоторые из своих последних желаний. Пожалуйста, пойми меня и прости. Людей часто захватывает путешествие, которое само ведет тебя. Так и я последовал в направлении, которое указывал мне компас судьбы. Если пункт назначения уже определен, то право на выбор пейзажа по дороге еще остается за мной. С этим чувством предопределенности неизбежного я и начал обратный отсчет моей жизни. Сегодня день первый. Сейчас я нахожусь на Ниагарском водопаде. Тут столько воды, что просто захватывает дух. Красота просто неописуемая. Говорят, в хорошую погоду над водопадом видна радуга. К сожалению, сегодня радуги нет. Алло, Ин? Хао Чень, ты что снял? На заднем фоне у тебя видны плакаты Фолуньгун. Фолуньгун? Удали немедленно, ты же знаешь. Я много раз представлял себе встречу с Сюе, но когда это действительно произошло, эта встреча была такой спонтанной и естественной, словно горный ручей. Судьба решила преподнести этот бесценный подарок в самом конце моей жизни. Все случилось так, будто было подготовлено заранее, именно для того, чтобы я встретил ее в первый же день моего приезда. Спасибо. Пожалуйста. Так много? Ты хочешь съесть всех омаров в мире? Ты помнишь? Завтра у меня будет важная проба у режиссера Лина. Если пройду, получу ведущую роль второго плана. Правда? Если я получу эту роль, то обязательно стану знаменитым. Я так рада за тебя. Кушай быстрее. Лапша уже остывает. О, смотри! Какая большая креветка! Давай, съешь ты!
такая маленькая. Я хочу когда-нибудь попробовать самую большую креветку. Вот когда я разбогатею, я накормлю тебя американскими омарами. До отвала. Договорились. Договорились. Что с тобой? Все нормально. Мне нужно в туалет. Девушка! Там ваш друг потерял сознание. Потерял сознание? Да, в коридоре. Скорее смотрите. Как вы себя чувствуете, мистер Ван? Не очень. Мы сделали вам рентген и УЗИ, чтобы поставить диагноз. Сейчас придет доктор и прокомментирует результаты. Хорошо. Подождите немного. Пойдем. А как же доктор? Не будем ждать? Я доктор Стефан. Это ваша невеста? Нет, просто знакомая. У вас тут есть родственники? Нет. Вы в курсе, что с вами? Сюэ, я хочу пить. Принесешь мне стаканчик воды? Хорошо. Доктор. На самом деле, я все знаю о своей болезни, но я не хочу, чтобы она знала об этом. Пожалуйста, помогите мне сохранить это в тайне. Но вы можете умереть в любую минуту. Вам обязательно надо прямо сейчас лечь в больницу на лечение. Я сейчас подготовлю все документы. Пожалуйста, подождите. Спасибо. Пойдем. Доктор сказал, что нам можно идти. Но он же просил нас тут ждать. Эти врачи вечно делают из мухи слона. Пойдем, все в порядке. С тобой правда все хорошо? Да, все в порядке. Мистер Ван. Мистер Ван? Где мой пациент? Я не знаю. Где он? У него очень тяжелое состояние. Простите, я не виновата. Он может умереть в любую минуту. Как ты могла его отпустить? Срочно верни его. Адвокат Ван, это свежий номер. Смотри. Я пыталась поговорить с ним на съемочной площадке, но безуспешно. Я думаю, ты сама можешь догадаться. Сюэ. Адвокат Ван. Сюэ, за эти 2 года ты перенесла много страданий. Я слышала, что Хао Чинь приходил к тебе. Не хочешь с ним повидаться? Думаю, мне лучше забыть его. Сюэ, один мой знакомый из милиции помог вернуть твой паспорт. Вот, держи. Вы настоящие добрые и благородные люди. Я вам так благодарна.
кажется, я четко вижу сценарий, написанный мне судьбой. Мне трудно поверить, что, приближаясь к смерти, я могу оставаться таким спокойным. Только оставшись в одиночестве, я осознал, что моя роль уже подходит к концу. Здравствуйте! Вновь настало время еженедельной передачи «Пристанище сердца». Сегодня я расскажу вам одну историю про студента из Китая, которого зовут Сау Юй. Сау Юй был наркоманом, лечился в больнице. Он с ужасом вспоминает свое прошлое, когда был эгоистичным и жил только ради себя. Но в 2014 году в интернете он увидел книгу «Джуань Фалунь», которая вызвала у него огромный интерес. Сюэ, это история, которую ты только что рассказала. Хао Чень, я скажу тебе, это история про него. Он и есть Хан Сау Юй. Ты раньше употреблял наркотики? Да. Если бы не Фалунь Дафа, я не смог бы отказаться от наркотиков. Вот, смотри. Это ты? Да. Вот еще. Когда я был наркоманом, я довел родителей до того, что они из-за меня продали дом. Я почти разрушил свою семью. Позвольте представить, это новые звезды нашей компании. Вэдуни и Синсин, прошу поддержать их аплодисментами. Директор Гао. Спасибо, что дали мне такую возможность. Директор Гао. Ин. Директор Гао. Юньфэй, знакомьтесь. Это Ин, золотой агент нашей компании. Ин. Хао Чень уже не годен. Теперь вы будете локомотивом нашей компании. Я возьмусь за любую роль. Лишь бы не было боевых сцен. Еще не начал, а уже перебираешь роли. Дальше посмотрим. Давай сначала резюме. Хорошо. Официант? Здравствуйте. Что вы хотели бы заказать? Здравствуйте. Нам лапшу с говядиной. Одну лапшу с говядиной. Что-нибудь еще? Больше ничего. Пожалуйста, подождите. Сынок, папа пойдет помыть руки. Хорошо. Пожалуйста. Спасибо, сынок. Смотри, какая большая миска. Давай, кушай. Папа, давай ты первый. Кушай. Папа. Куда делись деньги? Вы видели деньги на этом столе? Какие деньги? Я ничего не видел. В этом зале оставались только вы двое. Послушайте, я много раз сталкивалась с такими, как вы. Если вы сейчас же не отдадите деньги, у вас будут проблемы. Я позвоню в полицию. Подойдите, проверьте. Хозяйка, это я взяла деньги. Ты взяла? Да. Сегодня день рождения у моего сына. Где деньги? Иначе бы я это дело так не оставил. Пойдем на пару слов. Сынок, скажи папе правду. Ты взял деньги или нет? Тебе не нужно было так делать. Забери обратно. Не нужно, хозяйка. Я поработаю немного больше. Ничего страшного. Пожалуйста, не обижайте мальчика. Говори, ты взял деньги? Да. Отдай мне деньги. Жди меня тут. Девушка. Мальчик признался. Возьмите, пожалуйста. Вы не пожалели отдать свои деньги, чтобы защитить честь ребенка. Сегодня у мальчика день рождения. Пожалуйста, не ругайте его. Спасибо вам.
течение этого времени я всюду сопровождал Сюэ. Домой, на работу и в школу. Моя жизнь стала простой и насыщенной. И неожиданно такой образ жизни привлек много поклонников в интернете. Одним из них был мой фанат под ником «Улитка с другой планеты». Он проявлял ко мне особый интерес, постоянно поддерживал, и мы стали друзьями. Хорошо, на сегодня урок закончен. Можно разойтись. До свидания. Дун-дун, твоя мама еще не пришла? Почему мама еще не пришла? Ничего страшного, мама скоро придет. Может быть, она чем-то занята. Она позже приедет за тобой. Я буду вместе с тобой ждать маму, хорошо? Мама приехала. Дон-дон, мама! Почему ты так поздно приехала? Сегодня я была очень занята. Спасибо, учитель. Прощайся с учителем. До свидания. Все хорошо. Скорее идите домой. До свидания. Дон-дон, до свидания. Спасибо, учитель. Мы поехали. Следующий вопрос. Режиссер Лин, скажите, раньше в главной роли этого фильма был Ван Хао Чень, не так ли? Да, но из-за проблем со здоровьем Хао Ченю необходим длительный отпуск. Поэтому мы решили задействовать нового актера Юнь Фэя. Господин Юнь Фэй, что вы можете сказать о блоге Ван Хао Ченя «Обратный отчет жизни»? Прежде всего, я хочу выразить свое сочувствие мастеру Хао Ченю и хочу пожелать ему скорейшего выздоровления. Меня очень тронуло, что случилось с Хао Ченем. Я надеюсь, что у него хватит мужества жить дальше. Хао Чень молодец. Его история стала примером для всех нас. Скажите, Юнь Фэй, правда ли, что раньше между вами и Хао Ченем был серьезный конфликт из-за этой роли? Это неправда. Учитель Хао Чень был выдающимся актером. Я всегда уважал его. Хао Чень всегда заботился о нас, молодых актерах. У нас никогда не было никаких конфликтов. Я очень надеюсь, что мы снова будем вместе работать. Ты можешь закрыть свой рот? Давайте вместе пожелаем Хао Ченю здоровья. Отлично. Давай, Хао Чень, держись. Пожалуйста, успокойтесь. Я бы просил вас больше внимания уделять нашему новому фильму и новым актерам. Давайте поддержим их. Ван Хао Чень, ты уже одной ногой в могиле, но все равно продолжаешь мешать мне. Ужин готов. Кушайте, бабушка. Ты тоже кушай. Сюэ, ты стала так хорошо готовить. Спасибо. Мне повезло с внучкой. А вот и торт. Поздравляю с днем рождения, бабушка. Давай я спою тебе. Спасибо. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. Thank you.
Пей, 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 пей. В этот фильм мы вложили достаточно денег. Может, ты не уважаешь нас? За каждый стакан даю 1 000 000 юаней. Да, еще. Ты слышал это? Чего ждешь? 1 000 000 юаней. Пей. Обещаешь? Ну что, ты будешь пить? Слово даю. Вы кого-то ищете? Кто вы? Почему вы у меня дома? Сюэ, пожалуйста. Ван Хаочэнь? Как ты попал в мой дом? Вы меня знаете? Тогда вы, наверное, я президент Ан из управления телерадиовещания. Мой сын приехал, сын вернулся. Так как вы, дядя Тан? Здравствуйте. Мама, что происходит? Почему они у нас дома? Это же Дзюаньзы. Ах, вы мошенники! Не говорите так. Моя мама страдает амнезией. Зачем вы ее обманываете? Дядя Тан, все не так. Я вам объясню. Что тут объяснять? Ты что тут устроил? Это же наша Дзюаньзы. Мама, она не наша Дзюаньзы. Тебя обманули? Если она не наша Дзюаньзы, то кто же она? Она все время обо мне заботилась. Мама, ты старая. Уже ничего не соображаешь. Президент Тан, успокойтесь. Я вам сейчас все объясню. Это было так. У вашей матери украли все деньги и оставили ее одну на дороге. К счастью, Сюе встретила ее и постаралась помочь. Бабушка приняла Сюе за вашу родственницу, Дзюаньзы. Сюе проводила бабушку домой и с тех пор стала заботиться о ней. Это было так. Теперь мне понятно. На самом деле у меня была дочь. После школы она переехала из Китая в Канаду на учебу, но 2 года назад погибла в автокатастрофе. Эта потеря оказалась слишком тяжелой для нашей семьи. Особенно для бабушки. Поскольку бабушка страдает амнезией, она и приняла Сюе за свою внучку. Я чувствую, что моя болезнь прогрессирует. Здоровый человек никогда не поймет моего страха перед сном. Я стал бояться, что могу не проснуться, или когда проснусь, уже никогда не встану. Поэтому я постоянно заставляю себя гулять. Ah!
Год назад врачи обнаружили у меня рак. Лимфому сердца. А недавно я узнал, что мне осталось жить всего 3 месяца. Я не хотел превратиться в чудовище без волос и умирать от химиотерапии в холодной больнице. Я решил уехать из страны, посмотреть мир и насладиться последними мгновениями моей жизни. Похоже, мне осталось уже немного. Как много случилось за последнее время. Хао Чэнь. Эта книга изменила судьбы многих людей. В прошлом ты упустил много возможностей. Сейчас я надеюсь, что ты наконец сможешь отнестись к этому серьезно и внимательно прочтешь эту книгу. Во сне я видел, как вращающиеся фалуни, испуская золотистые лучи, окружили меня. Это было непередаваемое ощущение. Внезапно я почувствовал легкость во всем теле. Я опять почувствовал радость жизни. И у меня появилось неудержимое желание взлететь в голубое небо. Пожалуйста, познакомьтесь с Фалуньгун. Хорошо. Здесь есть адрес веб-сайта. Посмотрите, когда у вас будет время. Вы Ван Хао Чэнь? Вы меня знаете? Да, конечно. Я ваша фанатка. Здравствуйте. Можно сфотографироваться с вами? Хорошо. Спасибо. Пожалуйста, почитайте материалы о Фалуньгун. Фалуньгун? О, это ты? Это вы, сэр. Теперь все понятно. Молодец.
О, посмотри, сколько сейчас фанатов у Ван Хаоченя. Вы только посмотрите на это количество фанатов. Он приехал в Канаду и, кажется, стал бодрее. Смотри, Ван Хаоченя. О, посмотри, сколько сейчас фанатов у Ван Хаоченя. Директор Гао, вы меня искали? Ин, число фанатов у Ван Хаоченя уже превышает 10 миллионов. Да, я знаю, я наблюдаю за этим. И что ты думаешь, Ин? Нам надо использовать эту ситуацию. Мы покажем в прямом эфире сотый день обратного отсчета жизни Ван Хаоченя и хорошо заработаем на этом, но мы так плохо расстались с ним в прошлый раз. Неужели он согласится? Я лично полечу к нему и все улажу. Плачу аванс 5 миллионов после начала показа. Доплачу еще 20 миллионов. Вот мое условие за эксклюзивное право на показ. Господин Лин, только 20 миллионов, и вы уже хотите эксклюзивное право? Даю 50 миллионов. Что скажешь? Кем ты себя возомнил? Кем бы ты был без меня? Директор Гао? Последняя цена? 80 миллионов! Договорились. Ничего. Я подожду. Посмотрим, как вы запоете, когда после сотого дня засохнет ваше золотоносное дерево, Ван Хаоченя. Президент Сион, не обижайтесь. Пусть идет, не обращай внимания. Что? 80 миллионов? А как же моя вилла на берегу моря? Я жду не дождусь переезда в нее. Не забывай, что в начале твоей карьеры все деньги тебе дал мой отец. Хватит без конца напоминать мне о своем отце. Дзян Цзиминю уже скоро конец. Тогда что говорить о твоем старике? Что ты несешь? Разве все деньги твоего отца — это не взятки? И я давно ему все вернул, даже с процентами. Я не буду с тобой спорить об этих мелочах. Но если ты не купишь мне виллу на берегу моря, я разведусь с тобой. Отлично. Запомни, это ты сказала, не я. Наконец-то я дождался этого дня. Мне знакома улыбка на лице Сюе. Прошло много лет с тех пор, как я видел эту ясную и чистую улыбку. Кажется нелепым, что я начинаю благодарить эту болезнь за то, что она вытащила меня из накатанной колеи и так щедро наградила сейчас. Я ясно чувствовал, как в те мгновения, когда Сюе была рядом со мной, моя новая жизнь наполнялась дыханием чистоты, свободы и силы. Хаоченя, с тобой все хорошо? Хаоченя, с тобой все хорошо? Хаоченя, как вы себя чувствуете? Вызвать скорую. Хаоченя, ты в порядке? Можешь встать. Хорошо, отдохните немного. Как ты себя чувствуешь? Нормально. Только немного больно в спине. Доктор? Мистер Ван? Где вы были? А что? Что произошло? Вы знаете, какая у вас была болезнь? Это лимфома. У вас исчезли все раковые клетки. У вас исчезли все раковые клетки. Рак. Он говорит, что у меня больше нет раковых клеток. Значит, я выздоровел? Это Фалун Дафа спас тебя. Это просто невероятно. Фалун Дафа спас его. Фалун Дафа? Это священная книга. Это волшебство. Это волшебство. Мама, мама, послушай, моя болезнь прошла. Это правда. Я абсолютно здоров. Хаоченя,
ты правда выздоровел? Да, мама. Раньше я слышал много волшебных историй о Фалуньдафа. Но кто бы мог подумать, что я стану героем одной из них. Я искренне благодарю учителя и Фалуньдафа. Вы спасли меня, когда я был на пороге смерти, и позволили мне возродиться к новой жизни. С кем это ты так радостно общаешься? Это мой самый преданный фанат под ником «Улитка с другой планеты». С того момента, как я начал 100 дней обратного отсчета, он всегда первым читал мои посты и постоянно отвечал на сообщения. Я рассказал ему, что вылечился благодаря практике Фалуньгун. Выздоровел? Ван Хаочэнь, почему ты никак не хочешь умирать? Хаочэнь, хотите воды? Сегодняшняя сцена так здорово получилась. Ваше мастерство безупречно. Ты прав. Я мечтаю, что когда-нибудь, так же как вы, смогу сыграть главную роль. С твоими способностями, Юньфэй. Хаочэнь! Вот что я тебе скажу. Пока есть я, Ван Хаочэнь, ты можешь даже не мечтать о главной роли. Хаочэнь, хорошо выглядишь. Да, в ближайшее время умирать не собираюсь. Я приехала по делу. Зайдем, поговорим. Зайдем. Ты в курсе, какая популярность у твоего блога? Ты стал звездой интернета. Ин, как думаешь, это имеет какое-то значение для человека, который уже одной ногой в могиле? Конечно, имеет. Компания решила сделать прямую трансляцию программы под названием «Сотый день» о последних ярких моментах твоей жизни. Это будет достойным пиком твоей карьеры. Твое имя засияет еще ярче. Да ладно, Ин. Неужели директор Гао и эта ее шайка хотят посмотреть, как я умру? Не совсем так, Хаочэнь. Но ты можешь воспользоваться этим случаем и вернуть долг компании. Помимо этого, компания еще доплатит тебе 5 миллионов. Пожалуйста, пирожное. Спасибо. Хаочэнь? Вот контракт. Должна предупредить тебя. Ты должен действовать только в рамках контракта. Иначе из этих 5 миллионов ты не получишь ни копейки. Хорошо. Я согласен. Президент Тан, это список всех людей, которые на этой неделе вышли из рядов Компартии. Хорошая работа, Ван. Если бы ты не рассказал нам правду, откуда бы мы узнали, что такое Фалуньгун? Хорошо также, что недавно я смог убедиться в этом на собственном опыте. Иначе я бы, наверное, тоже продолжал верить лжи, как и многие сейчас. Зря все-таки Компартия делает это. Было большой ошибкой преследовать Фалуньгун. Давай мы дальше распространим эту информацию среди своих знакомых, чтобы еще больше людей смогли узнать правду. Хорошо. Будь осторожен, говорить правду о Фалуньгун по-прежнему еще опасно, не волнуйтесь. Сюэ,
Хао Чень будет проводить прямую трансляцию сотый день, чтобы возродить свою былую славу. Он что, собирается вернуться в Китай? Я не знаю. Смотри, он уже в первой строчке поиска в интернете. Занятие уже закончено, а вы еще занимаетесь. Пойдем. Привет. Привет. Я пойду. Пока. Давай помогу. Не нужно. Сюэ. Послушай, сегодня я подписал один контракт, сын. Она хочет помочь мне сделать прямую трансляцию на мой сотый день. Что с тобой? Неужели ты хочешь вернуться к старому? Ты забыл, как они обращались с тобой? Тебе еще не надоела такая жизнь? Им наплевать, засохнешь ты или будешь жить. Ты же для них только дерево, дающее золотые плоды. Главное для них — это срывать все плоды, пока они есть. Но я должен провести этот прямой эфир на сотый день. Сюэ, ты же видишь, я сильно изменился за последнее время. И тебе больше не нужно переживать за меня. Поверь, провести эту передачу — это мое особенное желание. Ты обязательно должна это видеть. Сюэ, не вешай трубку, я сейчас приду. Хорошо. Это ты? Да, это я. Что, Хао Чень, не мог себе такого представить? Я и есть твой преданный фанат. Улитка с другой планеты. Не ожидал? Я не мог даже подумать, что мертвец сможет ожить. И я пришел сегодня для того, чтобы твоя прямая трансляция на сотый день провалилась. Хао Чень! Что с тобой? Ты меня слышишь? Я слышу, кто-то говорит в телефоне. Хао Чень, а ты еще и коварный. Я приветствую всех в этом зале и всех, кто смотрит нас сейчас в интернете. Мы находимся в Канаде, в городе Торонто, где сейчас в прямом эфире проходит пресс-конференция, посвященная сотому дню обратного отсчета жизни Ван Хао Ченя. Кто там на улице? Кто там на улице? Только одна девушка. Пусть зайдет. Заходи. Отпусти меня. Отпусти ее. Сюэ, как ты здесь оказалась? Юньфэй, мне не верится, что мы встретились в такой обстановке. Как ты мог пойти на такое? Это все он. Он всегда издевался надо мной. А сейчас он даже собирается провести какую-то прямую трансляцию. Я не смогу этого вынести. И чего же ты хочешь? Я не дам ему снова прославиться. Не позволю ему больше унижать меня. Ты сможешь удержать его на один день. Разве ты можешь удерживать его всю жизнь? Если же ты убьешь его, то тогда остаток жизни ты вынужден будешь провести в тюрьме. Ты действительно этого хочешь? Спасибо, что пришли. Сегодня у нас в гостях журналисты из китайских и зарубежных СМИ, а также представители компании Синьюи и поклонники Ван Хао Ченя, приехавшие Господин со Лин, всего мира. А там весьма оживленно. Отлично. Эта прямая трансляция организована при спонсорской поддержке компании Natural Mia. Благодарим наших спонсоров. Неплохо. Это уже не тот Хао Чень, который соперничал с тобой раньше. Разве может человек, заглянувший за край смерти, бояться ее? Разве будет он всерьез тягаться с тобой за ничтожную славу и выгоду? Юньфэй, ты дал волю злости. И довольно. Остановись. Мы старые знакомые. Я знаю, что ты неплохой человек. Если вы уйдете прямо сейчас, то мы все просто забудем об этом. Босс, если приедет полиция, у нас будут проблемы. Еще раз приветствую всех. Пожалуйста, не волнуйтесь, давайте наберемся терпения. С тобой все хорошо? Все хорошо. Юньфэй. Я прошу у тебя прощения за все, что сделал для тебя в прошлом. Пойдем. Прошу внимания и тишины.
По моим данным, Ван Хаочэнь уже в нашем здании. И я рад наконец пригласить Ван Хаочэня на эту сцену. Пожалуйста, расступитесь, пропустите его. Привет, меня зовут Ван Хаочэнь. Спасибо всем за то, что пришли. Что-то он совсем не похож на умирающего. Наоборот, выглядит таким бодрым. Выглядит он очень энергичным. На самом пике моей карьеры... Судьба сыграла со мной злую шутку. Врачи сказали, что я смертельно болен, и мне осталось жить всего 3 месяца. И тогда я решил вести обратный отчет до конца моей жизни. Сегодня настал 100-й день. Смотри, смотри, Ван Хаочэнь начал прямую трансляцию. Ван Хаочэнь? Наверное, среди вас многие хотят узнать, чем именно были наполнены последние дни моей жизни. Но я скажу вам, я выздоровел. У меня больше нет рака. Повторю, я исцелился. Я полностью здоров. Выздоровел? Неужели? Выздоровел. Неужели? Вот это чудо! Вот чудо! Я его доктор. Я могу подтвердить это. Многим, наверное, очень любопытно узнать, в чем же секрет моего поистине волшебного исцеления. Да, со мной действительно произошло чудо. Я встретил одного человека. Кто это? Кто это? Это бывшая невеста Ван Хаочэня, Сюэ. Как? Они опять вместе? Вот. Это она полностью изменила мою жизнь. Фалуньгун? Фалуньдафа? Да, Фалуньдафа. Раньше... Я много раз представлял себе, как прославлюсь, достигну успеха, стану звездой, буду делать всегда только то, что захочу. И вот, я добился этого. Но когда я узнал, что моя жизнь подошла к концу, это все стало бессмысленным. И тогда Фалуньдафа спас меня. Фалуньдафа дал мне вторую жизнь. Фалуньдафа направил меня на путь совершенствования. Фалуньдафа – это великий закон, который учит людей доброте. Не верьте лжи, распространяемой о нем. Когда я был в отчаянии, Дафа дал мне силу, дал мне уверенность и дал мне надежду. Смотри, радуга. Многие годами ищут ответ на вопрос, в чем смысл жизни. На самом деле, этот ответ всегда рядом с нами. Еще недавно я думал, что у меня безвыходное положение, и я скоро умру.
но высокий закон, содержащийся в простых принципах истина, доброта, терпение, вернул меня к жизни и открыл мне дорогу к настоящему счастью.